«Север православный» – выставка изобразительного искусства с таким названием открылась в выставочном зале культурно-делового центра «Арктика». На экспозиции представлено более 70 работ художников из Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Архангельска и Нарьян-Мара. На открытии выставки выступил специально приглашенный духовный квартет Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Все художники, чьи работы экспонируются, члены региональных отделений Союза художников России. Их произведения прошли тщательный отбор художественного совета выставки. Помимо работ, представленных в технике живописи, графики, на выставке также посетители смогут увидеть замечательные скульптуры и работы в технике горячей эмали. Специально для выставки «Север православный» мы изменили график работы выставочного зала. С 1 по 19 декабря выставочный зал будет работать без выходных и без перерывов на обед, чтобы все жители, у кого есть возможность, у кого есть желание, пришли и полюбовались, потому что работы выставлены действительно уникальные.